Здравствуйте, уважаемые зрители! Как и вам обещал, мы продолжаем серию видеообзоров, посвященных декоративной тыкве лагинарии. Из нее я решил сделать ковш декоративный. А в прошлом первом видеообзоре с помощью циркуля-измерителя прочертил, а затем аккуратно отрезал часть тыквы. Она такая вот очень интересная изнутри, с такими вот перемычками. Вот. Внутри буквально рукой, там ничего острого нет. Может, так сказать, по-народному сказать, пошерудил и почистил ее. Затем отсюда нужно вытряхнуть семена. Вот семена. Такие вот они небольшие, примерно по сантиметру. Вот, выкидывать я их не рекомендую. Их можно кому-нибудь отдать или продать, потому что из этих семян вот такие тыквы декоративной лагинарии их выращивают. Вот. Следующим этапом будет что? Нужно будет с обратной стороны нанести, значит, рисунок в перуанском стиле, стилизованное изображение солнца, затем с помощью выжигателя, значит, обвести этот рисунок, и потом масляными красками надо будет, конечно, разукрасить это изделие. Вот. И как говорила в прошлом видеообзоре, используя шпагат джутовый, надо будет накрутить его на ручку. Вот. Ну и в принципе окончательным штрихом будет это покрыть это изделие полностью, но не внутри, только снаружи масляным лаком. Ну и в принципе тогда оно будет готово к использованию в декоративных целях, потому что в данном случае, подчеркиваю, мы делаем ковш декоративный. Его в быту использовать нельзя будет. Чтобы их использовать в быту, его нужно делать по другой технологии. Вот. В следующих видеообзорах я покажу следующие этапы. Вот в данном случае мы смогли более-менее так ровно убрать часть тыквы. Она стала похожа. Видите, какая интересная тыква. Похожа на ковшик и даже на некий музыкальный инструмент, если тут натянуть, так сказать, струны. Вот. Спасибо большое за внимание. До следующих видеообзоров. Подписывайтесь, если вам интересно, на мой канал. Ставьте лайки. Будет много новых интересных видеообзоров. До свидания. Всего доброго.